Доброго времени суток, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня мы обсудим проект под названием Ваник и рассмотрим его как бы функции, основные особенности и проблемы, которые он намеревается решить. Рад вам сообщить, что пресейл стартует через 34 дня и 13 часов. Это довольно-таки не скоро, поэтому есть много времени, чтобы проанализировать данный проект, его функции и предназначение. Стоит отметить, что это интегрированная экосистема электронной торговли и цепочек поставок. Запуск электронной коммерции, основанной на блокчейн. Цель проекта – создать платформу, которая изменит работу электронной коммерции. От производителя к потребителям мы можем применить силу блокчейна, чтобы сделать покупки потрясающим опытом для всех участников. Решение Ваник – это платформа для электронной коммерции, которая полностью построена вокруг блокчейна. Платформа как бы нам даст возможность устранить ненужных посредников и связать потребителей напрямую с покупателями. Как бы подобных решений немного, они есть, но пока что на стадии развития, так же как и в принципе у данного проекта Ваник, есть все шансы как бы вывести электронную коммерцию на новый уровень. И как утверждает главный архитектор решения, Ваник интегрирует электронную коммерцию, цепочку поставок и нынешнюю экономику в надежную платформу. Платформа включает в себя идентификацию, как бы подробные сведения о классификации продуктов, IOT и события, а также геолокацию в своем блокчейне платформы на основе международных стандартов от производителя к потребителю. Цепочка хранения, как бы связывающая цифровые с физическим по доверенной децентрализованной книге, представляет основные как бы варианты всем заинтересованным сторонам цепи поставок Ванинга. В общем, можете ознакомиться с информацией, в принципе, от главного архитектора решений на официальном сайте. Мы сейчас найдем вот здесь вот буквально эти как бы высказывания от руководителей, от как бы команды Ваник. Вот мы видим, что какие как бы у них прогнозы по развитию платформы и что ожидает в будущем. Стоит также отметить, что функции Ванинга – это безопасность, прозрачность, конкурентное ценообразование. Использование токена Ваник на его платформе от начала до конца снижает затраты на продажу, удаляет посредников, сокращает доставку посредников при одновременном повышении прозрачности и быстром доступе к жизненно важным транзакционным данным. Безопасность как бы с помощью технологии блокчейн. Блокчейн обеспечивает безопасность с использованием как бы передового шифрования. Все транзакции на платформе являются безопасными, в общем, для всех. Прозрачность также здесь обозначена, в чем заключается, как бы, какие особенности и так далее. Стоит также отметить, что по дорожной карте у них очень много планов на текущий год и до 2024 года. Вот они как бы указывают основные свои шаги, основные как бы события, которые должны состояться. И я думаю, что после завершения продажи токенов уже как бы можно будет делать выводы, стоящий проект это или же нет. Пока что сложно сказать, насколько у них много шансов, но в любом случае шансы есть. И информацию по токен сейла вы можете наблюдать сейчас у себя на экране. Здесь как бы указаны даты проведения пресейла. Вот с 23 июля он начинается, продлится как бы 15 дней с бонусной скидкой в размере 30%. Хардкап у данного этапа 5 миллионов долларов. Вот у каждого, в принципе, этапа расписан хардкап в сумме. Как бы вы можете видеть хардкап сейчас на экране. Это 20 миллионов долларов. Это, я так понимаю, по токен сейлу. В общем, монеты, которые будут приниматься, в которых можете инвестировать, это Ethereum, Bitcoin, Litecoin и доллары США. В общем, минимальная инвестиция 0.1 Ethereum. Я думаю, что вам, возможно, это интересно, и эта информация вам поможет получить определенные бонусы, но никого я не призывал ни к каким инвестициям, я лишь рассказывал о проекте, о датах проведения предварительной основной продажи,
о преимуществах, о проблемах, которые решит данная платформа и так далее. То есть это ознакомительный видеообзор. Как поступите вы, это зависит только лишь от вас. Вы сами принимаете решение на ваш собственный страх и риск. Инвестируете, либо же нет. Ну что, пока что, я думаю, все. Для ознакомительного видеоролика этого достаточно. Дальше, я думаю, во время предварительной продажи, либо же основной, я засниму еще один видеообзор. Мы обсудим, возможно, какие-то новости, изменения по дорожной карте, возможно, по датам проведения. В общем, будем следить за новостями, подписывайтесь на социальные сети проекта, такие как Telegram, Twitter и так далее. А пока что вам покажу NN-ветку. Bitcoin Talk NN-ветка проекта Wanik. Здесь вы можете также ознакомиться с информацией, которая есть и на официальном сайте, и в white paper. По команде также обозначены участники команды, разработчики, что они как бы, какие у них прогнозы, какие у них обещания, также адвайзеры. В общем, ознакомьтесь с информацией по ссылочкам в описании под данным видеообзором. Переходите. Будьте в курсе всех новостей по white paper, что можно сказать. Скачивайте ссылочку, я также оставлю в описании. Вот сейчас он открывается, давайте посмотрим. Сейчас откроем white paper. Он интересный, я его скачал, еще не до конца ознакомился, как бы в процессе. Также переводите, на русском языке, к сожалению, пока что его нет. Ознакомьтесь, здесь указаны все, как бы, все планы работы проекта, все детали по, как бы, построению экосистемы, как она будет выглядеть, как будет происходить процесс, то есть по устранению посредников ненужных. Я думаю, что у проекта хорошее будущее, все получится, будем, как бы, верить, наблюдать за проведением пресейла. Пока что все. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Если он вам понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.